Вот, медитация с астрофилитом. Сядьте удобно, выпрямите спинку. Чтобы вам было удобно сидеть, чтобы ваша спина не уставала. Чтобы вы могли спокойно и свободно дышать. Почувствуйте себя комфортно на стуле, в безопасном месте. Почувствуйте свое дыхание. Старайтесь расслабиться усилием воли. И дальше мы будем расслабляться уже по мере погружения в медитацию. Сделаем глубокий вдох и глубокий выдох. На вдохе мы выдыхаем чистый свет и выдыхаем всю усталость дня. Сделайте еще раз глубокий вдох и глубокий выдох. И еще раз глубокий вдох и глубокий выдох. И продолжайте дальше дышать в своем ритме. Почувствуйте, как ваше дыхание питает ваше тело, как ваше сердце равномерно бьется и проталкивает кровь. Почувствуйте, как расслабляются ваши ноги, голени, колени, бедра, ягодицы. Почувствуйте, как вам комфортно. В вашем расслабленном состоянии продолжайте дышать и чувствовать, как расслабляются мышцы вашей спины, как расслабляются ваши лопатки и плечи. Ваша спинка ровненькая, ваша шейка тоже освобождается от зажимов и от усталости дня, выравнивается. Ваши руки удобно лежат на коленях и тоже расслаблены. Почувствуйте, как расслабляются мышцы затылка и подбородка. Как расслабляются мимические мышцы лица. Разглаживается лоб, уголки глаз и уголки рта. Почувствуйте, как мышцы за ушами расслабились. Как расслабилась ваша макушка. Продолжайте дышать. Если вы почувствуете, что опять какие-то мышцы начинают сжиматься, просто усилием воли опять расслабьте их. Дышите глубоко и свободно. И сейчас перенесите фокус своего осознания в ваше солнечное сплетение. Почувствуйте, что с каждым вдохом и выдохом в вашем солнечном сплетении зарождается маленькая звездочка, очень похожая на звездочку в астрофилите. Продолжайте дышать и чувствовать, что эта звездочка растет, сверкает. Что она становится похожей на астру, какого-нибудь медно-золотистого цвета. Чувствуете, что ваше солнечное сплетение на данный момент есть центр вашего тела. Просто сделайте солнечное сплетение своим центром своего «я». В данный момент все ваше осознание, все, что вы думаете о себе, сейчас находится в центре вашего солнечного сплетения. Продолжайте дышать и чувствовать, как эта звездочка увеличивается, как у нее много-много лучей и лепестков, как она сверкает, возможно, играет цветами и кружится. И теперь своим внутренним намерением позвольте этим лучам протянуться вниз к вашим стопам,
и уйти глубоко в землю. Вы можете увидеть, что туда пошел целый пучок лучей астрофилита, а можете увидеть, что всего лишь два. И это не важно, позвольте этому происходить самым комфортным для себя образом. Почувствуйте, как эти лучики пошли в землю. Более того, вы можете даже увидеть, как золотисто-медный цвет астрофилита соединился с золотисто-медной энергией Земли в центре ядра. Почувствуйте, как они там соединились, и как энергия из центра Земли по этим лучам начала подниматься к вам, пришла к вашим стопам, пройдя вашу чакру звезда Земли, поднялась по вашим ногам и пришла в ваше солнечное сплетение. Продолжайте дышать, чувствовать в вашем солнечном сплетении очень сильный поток тепла, поток любви Земли. Возможно, вы почувствуете даже, что он горячий. Продолжайте дышать и чувствовать, что ваша звезда в солнечном сплетении становится более лучистой, более горячей, более яркой, более большой. Продолжайте дышать и в этом состоянии почувствуйте, как лучи этой звезды согревают все ваши внутренние органы, всю вашу пищеварительную систему, каждую клеточку вашей печени, поджелудочной железы, желудка, селезенки, кишечника. Почувствуйте, как эти процессы тепла разливаются по вашему телу изнутри, из точки солнечного сплетения. Они как бы горячими лучами омывают и исцеляют все ваши органы. Каждую клеточку, каждую молекулу, каждый атом. Продолжайте дышать и чувствовать, что теперь ваши лучи начали подниматься к вашему горлу и через вашу макушку вышли наружу высоко в космос. Почувствуйте, что эти лучи, возможно, вы увидите их как лепестки или как красивые гирлянды искр. Позвольте вашему воображению нарисовать их самостоятельно. Не задавайте параметры, просто выразите намерение, чтобы эти лучи вышли за область Земли, прошли сквозь Солнце, обменялись энергией с Солнцем и вышли высоко-высоко к звездам. Возможно, вы здесь увидите, что абсолютно каждая звездочка получила один из лучиков, который вышел из вашей макушки. Продолжайте дышать и чувствовать, как обмен со звездами происходит. И сейчас вы можете увидеть от каждой звезды свой луч, который стремится к вам, своего универсального и удивительного цвета. Почувствуйте, что это все идет к вам щедрым потоком, проходит сквозь Солнце, таким образом входит в нашу галактику, стремится к Земле и в вашу макушку и достигает опять вашего солнечного сплетения. Почувствуйте, как еще один горячий поток, очень-очень разогретый Солнцем, пришел в ваше солнечное сплетение и начинает еще сильнее разогревать ваше тело. Все жидкости, все органы, все молекулы, все атомы. Продолжайте дышать и чувствовать, что ваша звезда становится очень объемной, очень многомерной, что она выходит красивыми лучами за вашу спину, сзади, что она выходит красивым потоком и множеством лучей спереди, что эти лучи идут сквозь ваши плечи и голову,
идут вниз сквозь ноги. И эти лучи заполняют всю вашу ауру. И сейчас, почувствовав себя таким лучистым и пушистым, продолжайте дышать и чувствовать, как это тепло, эти лучи трансформируют все ваши несоответствия ментального и эмоционального вашего уровня. Они их просто выводят наружу из тела. Как свет, теплый-теплый согревающий свет выдавливает изнутри вашего существа все, что не соответствует, все, что отработано, все, что вам совсем не обязательно дальше нести в своей жизни. И вы можете не называть это словами, вы можете не указывать пальцем, вы просто позвольте этим лучам ярко-ярко светить в вашем солнечном сплетении, и все, что не соответствует, то будет выдавлено. Почувствуйте, что эти лучи производят у вас самые позитивные и самые комфортные для данного вашего проживания изменения. Продолжайте дышать. Позвольте себе насладиться этим состоянием бесконечного тепла, бесконечных лучей солнечного сплетения. И позвольте себе почувствовать, как астрофилит производит изменения в вашей ауре. Все, что было вытащено наружу, все, что было выведено в вашу ауру, сейчас в этих лучах просто тает. Просто улетучивается, испаряется, тает, пропадает. Как угодно. Почувствуйте, что просто ваша аура становится чистым светом, очень теплым и очень сверкающим. Вы можете увидеть в этих лучах абсолютно весь спектр радуги. Продолжайте дышать и чувствовать себя таким лучистым ежиком во все стороны. И когда вы почувствуете, что все изменения в вашей ауре произошли, позвольте этим лучам распространиться дальше. Позвольте им распространиться на эту комнату. Позвольте им распространиться на эту улицу, на этот город. Позвольте им распространиться на всю Латвию, на северное полушарие, на южное полушарие и на весь глобус. И почувствуйте, что этих лучей у вас так много, что вы можете делиться абсолютно с каждым. Все с человеком, с животным, с растением, со всем, что есть. Вы можете делиться этим светом, потому что вы связаны с Солнцем, вы связаны с Землей. И эта энергия фонтана энергетического бесконечна. Вы можете сейчас чувствовать, что вы усиленно промываетесь. Ваш поток соединения с Землей и с небом становится шире, больше, насыщеннее, сверкающий. Вылейте сейчас свою щедрость во все стороны. Вы можете вызвать образ своих близких и любимых и тоже их окатить этой волной, звездной волной астрофилита. Тоже можете в их солнечных сплетениях зажечь эти звездочки. Представьте, что каким-то лучиком вы прикасаетесь к солнечному сплетению своих близких и любимых. И как только вы прикоснулись, у них сразу же зажигаются звездочки астрофилитовые в их солнечных сплетениях. Эти звездочки быстро увеличиваются и омывают их точно так же, как только что омылись этими энергиями вы из солнечного сплетения. И сейчас позвольте себе сказать внутренним голосом «Я знаю». Это очень важная фраза, которая позволяет вам знать и быть подключенным к информационному полю. Знать, что вы есть, и знать, что вы делаете на этой планете. Повторите 3 раза «Я знаю», потому что ваши ангелы очень любят эту фразу.
Они хлопают крыльями и рады, что вы знаете, зачем вы здесь. Когда вы говорите «я знаю», к вам идет еще больше информации через ваших ангелов, и этот поток усиливается. И теперь ваше знание о своем существовании включает звездочки во всех солнечных сплетениях ваших любимых и близких. И они тоже знают, потому что ваши искры знания долетают и до них. Продолжайте дышать и находиться в этом теплом, комфортном состоянии. Вы творец целой планеты. Целая планета ваш сотрудник. И Солнце вам дает свои лучи. И все, что есть в этом мире, вам помогает. Вы сейчас можете запросить исцеление физического тела для себя и для тех, у кого вы включили эти звездочки. Запросите исцеление у Вселенной для своих близких и для себя. Почувствуйте комфорт и спокойствие, великое всемирное спокойствие и гармонию внутри себя. Продолжайте дышать и чувствовать эту связь, планетарную связь со всем, что есть, с планетой и космосом. И ваша маленькая планета личная, которая у вас есть в солнечном сплетении, всегда будет включена, всегда будет держать эту связь как маячок гармонии вашей внутренней и постоянной. И сейчас вы можете свернуть лучи из космоса, вернуть их к себе в солнечное сплетение. Вы можете свернуть лучи из центра Земли и вернуть тоже в солнечное сплетение. Вы можете вернуть все лучи, которые вы распространили на всю планету. Вы можете свернуть их до размера своей ауры. Вы можете оставить связь со своими близкими через самые главные лучики. Лучики вашего совместного исцеления, вашей совместной связи, разговора ваших «я» на физическом уровне, комфортного разговора. Два солнечных сплетения между близкими людьми разговаривают комфортно, как боги. Почувствуйте эту гармонию, которую вы выстроили между собой и между своими близкими. Почувствуйте гармонию в себе и в своем солнечном сплетении. Почувствуйте себя существующим в полном изобилии и достатке. Поблагодарите Астрофилита. Он поделился с вами. Он зажег вашу звезду собственного осознания. И пусть эта звезда никогда не гаснет и всегда с вами остается. В автоматическом режиме вас гармонизирует в любой жизненной ситуации. И остается вашей гармоничной индивидуальностью, которая гармонично позволяет вам жить и комфортно процветать. Возвращайтесь в свое тело, почувствуйте себя живым, полноценно здоровым, наполненным энергией. Сделайте глубокий вдох и выдох. И еще раз глубокий вдох и выдох. Когда будете готовы, возвращайтесь, открывайте глаза. Спасибо, Астрофилит. Спасибо, Вселенная. Спасибо вам всем.